Дорогие братья и сестры, на протяжении истории человечества всегда была борьба между единобожьим и многобожьим. И мы сейчас находимся в Мекке, откуда началась распространиться таухид, после того, как распространился там ширк. И за историей всегда Всевышний Аллах время от времени отправлял посланников для того, чтобы вернуть людей к источнику таухида. И для этого пример, например, народ Нуха, алейхиссалям, когда люди начали поклоняться тем людям, которые на самом деле являлись очень богобоязненными, праведными людьми, Вадд, Суа, Ягуф, Яук, Насра и другие, они сначала подражали им, и это побуждало их на поклонение, а затем начали, когда они умерли и прошло время, шайтан им украсил ширк и многобожие, и они начали им поклоняться. Потом был послан Нух, алейхиссалям. Нух, алейхиссалям, призывал их к таухиду. 950 лет призывал их к таухиду, и ему ответили определенное количество людей. Затем, когда уже Всевышний Аллах сказал Нуху, что из твоего народа больше никто не примет этот таухид, Аллах, Всевышний Аллах, всех наказал, и остался Нух и те, которые последовали за ним. После этого распространился таухид, пока не пришло время Ибрахима, алейхиссалям. Ибрахим, алейхиссалям, тоже был послан для того, чтобы вернуть людей к таухиду. После Ибрахима, алейхиссалату вассалям, до приближения пророчества пророка, салям, тоже был таухид. Затем один из курайшитов, Амр ибн Лухай, принес эти идолы, которые сделаны были похожи на этих праведных людей, Вадд, Исуа, Яук, Анатра, он принес их в Мекку, и мекканцы начали им поклоняться и совершать многобожие по отношению к Всевышнему Аллаху. Тогда в этом месте, в Мекке, был послан милостью для людей пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, для того, чтобы призвать людей к единобожию, чтобы вернуть их к Всевышнему Аллаху, чтобы очистить их от многобожия и от всякого скверного. Один из хадисов пророку, саллиллаху алейхи вассалям, спрашивает одного сподвижника. «О, Муад, — говорит пророк, саллиллаху алейхи вассалям, — знаешь ли ты, какое право Аллаха над рабами?» Муаз говорит, Аллах и его посланник лучше знают об этом. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, «Хакку Аллахи аля л'ибад, ан я'будуху, ва ла юшрику бихи шай'а». Право Аллаха над его рабами, чтобы они поклонялись ему и не предавали ему сотовариша. Затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил, «О, Муаз, а ты знаешь, каково право рабу над их Господом?» Муаз ответил, «Аллах и его посланник лучше знают об этом». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, право рабов над Всевышним Аллахом, чтобы их ввести в рай, если они этого сделают. То есть, если они будут поклоняться Всевышнему Аллаху и не предавать ему сотовариша. На самом деле, на сегодняшний день распространилось на земле очень много видов ширка. Как взывание к мертвым, как жертвоприношение мертвым, и суджуд, то есть земное поклонение делают могилам и так далее. Много видов ширка. Предают атрибуты, которые только присущи Всевышнему Аллаху, людям придают эти, что они все знают, что они все видят и так далее. Много видов многобожия, субханаллах. На самом деле, вот в этом месте был пророк, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы очистить людей от всего этого, был послан милостью для людей. И мы должны вернуться к этому тавхиду, и к этому чистому источнику, исследовать пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и стараться очиститься от этих всех видов ширка и вернуться к единобожию. Вальхамду лиллахи, рабби аль-алямин.